Меня зовут Юлия, и сегодня мы находимся в великолепном отеле «Украина» «Редисон». Здесь был сегодня невероятный ужин с директором австрийской школы этикета Мари Буше. Я горда знать Мари лично, и я ее ученица. Я закончила австрийскую школу этикета. И я хочу вам сказать о том, что знание этикета безумно полезно и очень круто выручает в международной деятельности, так как я являюсь представителем американской компании NASA. Обижать, да, девочки дорогие, не обижать. Мы будем вас любить, хвалить и надеемся, что вы будете нашей поддержкой на этом мероприятии. Еще раз вам большая благодарность. Мы приглашаем вас сегодня на ужин, приглашаем получить максимум эмоций, самое главное, новых знакомств, общения, впечатлений. И, конечно же, я надеюсь, вернее, наверное, вы надеялись, прийти сюда и получить новые знания. У меня, знаете, пришла такая идея сегодня в голову, не знаю, разделите вы эту идею или нет, не рассказывать вам ничего о столовом этикете. Мне очень хочется, чтобы вы сегодня сами придумали все те правила, которые будут соблюдать наши дети, наши внуки, наше будущее поколение. Вы готовы? Так, нет, давайте аплодисменты еще раз. Вы готовы? Хорошо. Удобно? Мы нарушаем правила? Нет, мы сами их создаем. Создаем для новой страны, для новой России. Вы их создаете. 100 лет назад этикет умер. Вы те, которые его создают. Почувствуйте магию этого момента. Это невероятно. Вы сможете это передать своим детям. Вы сможете это передать будущим поколениям. Это дорогого стоит. Мария Буше сегодня просто в ударе. Она дает нам такие уроки высококлассные, элитарные по этикету, которые вот позволят нам действительно насладиться вот таким образом жизни, когда ты чувствуешь себя аристократом, где-то немножко даже как бы представителем истеблишмента, то есть такого элитарного сообщества. Поэтому вот за этим будущее почувствовать себя немножко избранным. Потому что много званых, но мало избранных. Нашего прекрасного преподавателя Руслана, который ведет у нас видный этикет. Вас может выдать не до конца, не то чтобы профессионала, да, но человека весьма далекого от этикета – это первое, либо человека весьма далекого от вина – это второе. Поэтому просьба сейчас, вот все возьмите бокал с белым вином, чокнуться со своим соседом. И да, это почти все делают неправильно. Просто чокаться всегда самой плотной частью бокала. Это у нас пузико, поэтому мы крест-накрест сделаем и... О, а ну давай. Вот, да. О, да. Это еще раз. Все еще попробуйте. Крест-накрест. Мечты сбываются, когда вы находитесь на небесах. Парадайз, то есть в раю.
пригласил сегодня самый интересный, самый необычный, самый экстравагантный человек Сергей Дворянов. Он президент клуба, дипломатического клуба «Амикабилити». И он пригласил меня на шикарный фуршет, который был посвящен этикету. И я насладилась сегодня шикарным вечером, шикарными людьми, в шикарном месте. Как вас зовут? Меня зовут Мария. Скажите, как вам мероприятие? Мне очень нравится мероприятие. Я сюда пришла осознанно для того, чтобы научиться этикету, столовому, винному, деловому, протоколу, всему такому интересному. Здравствуйте, меня зовут Полина Орпах, я джазовая певица. Буду рада украсить ваш вечер прекрасными песнями. Сегодня было очень здорово, романтично и тепло, несмотря на снег, который уже всех замучил этой зимой. Но чувствуется, что в душе весна.